И всем привет-привет! Сегодня с вами Даша. И сегодня поиграем в мобильную игру «Бардак на папину голову, пока мамы нет дома». Ну, а мама уехала в командировку. Пока. Я поехала в командировку, у меня там дела есть. А ты будешь ухаживать за домом? Пока. Что-то я отстала чуть-чуть. Ничего. Ну, и дочка, конечно же, решила папе помочь. Ага. Что-то все так проголодались. А еды нету. Конечно же, нужно пойти в супермаркет. Папа, мама уехала, и поэтому нужно все делать тебе. Даже покупать еду. Да, я понял. Может быть, все будем покупать то, что мы хотим? Нужен перец. Зачем? Бекончик! Я просто от этого таю. Ладно, ладно, все. Молоко нужно купить. И сыр. Все. Что еще нужно купить? Ага, нужно купить мяту для мохито. Нужно купить шоколадку к чаю. Нужно купить еще апельсиновый сок, чтобы для праздника, чтобы. Капуста нужна для... Ну, короче, порезать просто. Для бургера. Ага. Этикетку нужно, чтобы штрих-код отсканировали, и мы заплатили деньги, которые... Пока не понимаю, зачем это, ну ладно. Агась. Молоко стоит $1.30. Угу, а сколько капусты, интересно, стоит? Обалдеть, целых $3.10. Дорого. Мята. Одна стоит $0.69. Апельсиновый сок сколько стоит? $1.94. Мы забыли. Апельс чили стоит $1.49. А бекон стоит 26 центов. Так мало. 26 центов. Открываем холодильник и ставим все на место. Апельсиновый сок, шоколадка к чаю. Бекон, чтобы сварить бекон к макарончикам. Молоко, чтобы просто попить его. Капуста, чтобы с ним поесть бургер. Сыр, чтобы поел мешочек. Перец чили, чтобы весь рот сгорел. Только никому это не говорите. Мы такие, ребятки, молодцы! Это точно! А, улыбочку на мне. А как же охладиться, пока мы ходили в магазин? Мы все там вспотели. Пошлите делать мороженку. Пап, что-то мне так горло засохло. Сейчас мы будем делать... мороженое. Я знаю, как делать. Это легко и просто. Пап, какой тебе формы сделать? Мороженое. Мне? Мне нужна форма елочки. Нажимаем на галочку. И папа попросил арбузный, грушевый и вот этот. Блин, вылетел из головы, как это называется? Ну, ничего. Ладно. Положим это все в морозилку. Оно все застывает. И теперь я выбираю посыпку. Только папе не говорите, он вообще-то просил ореховую, а я сделала вот такой. Все, я пошла относить папе.
Эй, а я сестре хочу сделать, попробовать. Сестра, а что тебе сделать? Мне сделать снеговика. Ладно. Она попросила апельсиновый, малиновый и яблочный. Малиновый и яблочный. Яблочный, ребятки, самый большой, но она и любит яблочный вкус. Все. А посыпку она попросила ореховую. Все, пошел я относить своей сестре. Агась, а мне кто-нибудь принесет? Ладно. Выберу себе самый большой в виде карандаша. Никто об этом не знает, это новый вкус. Это новая форма карандаша. Ага, я хочу вишневый, малиновый, а не вишневый, земляничный и виноградный, точно. Его как раз куча. Как же я люблю виноградный. Все, сюда. Ну все, всем приготовили. Тебе нужно прибираться, ребятки. Фу, я не хочу теперь тут прибираться. Я тут не хочу прибираться, фу, я не хочу. Все? Лучше помыть посуду, реально. Пап, у нас грязная посуда. Я даже не могу объясниться. Моем раковину, не знаю зачем. Конечно же, моем посуду. Я поняла, чтобы туда окунать тут все вот эти вот тарелочки. Теперь достаем одну и намыливаем. Ага, теперь даем. А знаете, кто моет посуду? Вы как думаете, папа? Дочка? Или сын? Конечно же, я мою. А я про себя не сказала. Вот такая я. Шаунишка. Фуф, помыли эту посуду. А что теперь? Готовить. Как еще что делать? Кормить нас нужно. Пап, я есть хочу. Приготовь макароны. Это просто челлендж. Ладно, приготовлю. А папа-то еще не умеет готовить. Вот и поэтому бардак на папину голову. И соли добавляем. Мне так сразу пасту захотелось. Я так люблю пасту. Но не с помидорами. Потому что я овощи не люблю. Большую часть. Почти что их не люблю. Все. Если только малиновый огуречек. Вообще, я так люблю малиновые огурчики. Давайте сделаем какой-нибудь необычный. Давайте в форме пуговиц. Их окрасим. Давайте в зеленый цвет. Это как-то выглядит противно. Я думаю, это будет шутка. Но ладно. Достаем наши макарончики. Как они пахнут зеленью. Ребятки, напишите в комментариях, кто любит зелень. Да или не пишите, как хотите, или скажите. Я просто ненавижу зелень. Да мне кажется, никто не любит зелень.
Хотя... Если только мяту. И мяту все равно не совсем. Наполовину, 50 на 50. Бекон! Будет самое вкусное. Надеюсь, это не на конкурс? А, конечно же, бардак на папину голову. Какой конкурс? Но, ребятки, я хочу сказать всем пока-пока. Сегодня с вами была Даша. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!